Что говорит о тебе твоя поза сна? А перед началом поставь видео лайк, подпишись и отправляй другу. Такого он точно не видел. Иногда стремление взять с собой спать игрушку или обнять одеяло по всей длине может говорить о том, что у человека могут быть проблемы в личной жизни. Так спят люди с синдромом хронической усталости, те, на кого давит груз ответственности. Что будет, если молчать целый месяц? А перед началом поставь видео лайк, подпишись и отправляй другу. Такого он точно не видел. Первую неделю вам будет очень тяжело ни с кем не разговаривать. Вы все время будете хотеть с кем-нибудь поговорить о чем-нибудь. Во вторую неделю вы постепенно начнете привыкать к тому, что вам не нужно с кем-то разговаривать. На третью неделю вы потихоньку привыкнете, что вы ни с кем не разговариваете, но вы будете думать, что постепенно сходите с ума. К концу четвертой недели вам будет трудно говорить слова. Ваш словарный запас уменьшится, и вы будете говорить как младенец. Ты забудешь свой возраст на несколько секунд. Чтобы все сработало, следуй инструкции. Сейчас перед тобой находится картинка, и чтобы все сработало, нажми на лайк и подпишись. Смотри в центр картинки, и как только я скажу, ты отведешь взгляд и посмотришь на предметы вокруг. Предметы начнут расплываться, и при этом ты забудешь свой возраст на несколько секунд. Давай на счет 5. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь посмотри на предметы вокруг, они начнут расплываться. Ну и главный вопрос, сколько тебе лет? Почему некоторые ненавидят школу? Лайкни и подпишись. Это наличие бесполезных предметов, по их мнению. Оценки, которые ставят школе. Многие родители ругают своих детей за оценки. Контрольные без предупреждения. Многих это очень бесит, когда у вас сегодня контрольные, а ты совсем не готов. Наличие большого количества домашних заданий. Многих очень раздражает и лишает личного времени. Сейчас ты забудешь, как тебя зовут и сколько тебе лет. Смотри в центр этой иллюзии до конца этого видео. Когда я досчитаю до 3, напиши в комментариях свое имя и свой возраст. Получится ли у тебя? 1, 2, 3.